1 сентября в кадетской школе отметили двойной праздник – начало нового учебного года и торжественное открытие блока для начальных классов. Чем еще отличился этот день знаний, расскажет наш корреспондент. На этой праздничной линейке далеко не все воспитанники кадетской школы. В торжественной обстановке День знаний отмечают только те, кто впервые сядет за парту, и наоборот, кто встречает 1 сентября в качестве школьника в последний раз. На протяжении многих лет я регулярно присутствую на Дне знаний. Этот год он отличается от других, потому что мы проводим немножко в урезанном виде. Но я думаю, это не омрачает вот это событие, потому что у нас сегодня есть возможность учиться в режиме, как говорят, офлайн. А у первоклассников, к тому же, есть возможность учиться в новом современном здании. В День знаний они стали свидетелями торжественного открытия корпуса кадетской школы. Пристройка на 200 мест рассчитана на самых маленьких воспитанников, учеников первых и вторых классов. В их распоряжении 9 учебных кабинетов, игровые комнаты и спальни. Туда перенесен пищеблок на 400 человек с огромным обеденным залом, с новым современным оборудованием пищеблоком. Небольшой спортивный зал для занятий УФП, он нам тоже очень необходим. Появление пристройки решило проблему с нехваткой мест и значительно разгрузило основной корпус. В этом году в кадетской школе сформировано 5 первых классов. В них будут обучаться 130 детей. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.